Первые места в игровых корзинах заняли коллективы с наивысшим текущим рейтингом, а также лучшими результатами выступлений на состязаниях прошлых лет. В плей-офф выйдут занявшие в группе первые и вторые места. В суперфинале 26 апреля сразятся победители Запада и Востока. Всего участие в Кубке «Газпромнефти» примут 27 команд из 5 стран – Финляндии, Латвии, Белоруссии, Казахстана и России. Впервые на турнире дебютирует хоккейный коллектив столицы турнира «Сочи». Кубок «Газпромнефти» пройдет в Сочи и Омске с 21 по 26 апреля. Матчи примут Олимпийские дворцы спорта «Большой» и «Айсберг», а также «Арена Омск» и хоккейный центр «Авангард». Об этом сообщают организаторы.